одновременно Гонсало Чури Кастро сделал дубль, и Агиречи забил в самой концовке. Барса проиграла 2-3. Посмотрим, как будет сегодня. На 2 часа, а может быть и на чуть подольше. На Сонг не всегда просто подобраться маленьким, юрким, резвым ребятам Аки Карлос Велла. Каналес, подача, 1-0. Горка Элосондо, но согласитесь, что все к этому шло. Здорово разыграли мяч баски, и даже еще один высокий игрок не помог Барселоне при стандартах. Барса забила второй гол. Хорош навес, и Сонг, кстати, проспал включение Лустонда. Здесь уже никаких вопросов к Вальдесу быть не может. Подача на бреющем полете. Очень сложная для вратаря. На нее не выйти. И здесь Элустонда, по-моему, и не сам мяч головой ворот отправил. А так он рикошетом от груди. Сонг, как мне показалось, все-таки нырнул в сетку. 1-0. Надпить прибегает и встают. Адриано. Бускетс пошел в чужую штрафную. Адриано, Месси, Монтойя. Ну, сейчас может что-то получиться. Месси, 1-1. Вот стоило поплакать, стоило Барселону поругать. И браво. Вот когда хорош, тогда хорош. Когда хороши, тогда хороши. В последних матчах Месси без гола с поля не уходит. Еще раз смотрим. Адриано на Месси. Вот здесь смотрите, как подключился. Подкрался Монтойя. Дальше просто Лученко. Серхио Бускетс просто Лученко. Посмотрите, как пропустил. Да, еще и получается, как заслон в баскетболе поставил сопернику, не пустил его. Но и Месси здесь, когда он на линии штрафной, и мяч под левой, достаточно одного касания. И вот это чувство, шестое чувство, где ворота, где вратарь, у Месси развито чуть ли не лучше всех игроков в мире. Про Балана. Помните, когда тайм закончился, я сказал, что есть определенные вопросы по работе арбитра. Сегодня не сказать, что какие-то системные ключевые ошибки. Опасно. Провал в обороне. Удар Вальдес. Нет. Барса пропускает второй мяч. Но вот так, конечно, играть в обороне нельзя. Как это только что нам показала Барселона. Все было разыграно гроссмейстерски. Разберем, что же там было. Выбивает мяч Браво. А, Бартра еще и голевую, получается, сделал. Он пошел на мяч. Там была борьба с Рутусой и Бартой. И под эту скидку от Бартры пошел Карлос Велла. И затем покатил мяч на Грисмана. А где были остальные защитники? Это большой вопрос. Вальдес коснулся мяча, но от его руки мяч влетает в ворота. 2-1. Реал Сосьедад снова выходит вперед в матче против Барселоны. Себастьян. Мне все-таки кажется, что составом не угадал. Посмотрите, насколько быстрее игроки Реал Сосьедада. Но времени для восстановления у каталонцев было предостаточно. Момент! 3-1, да! Вот это да! 3-1! И опять через центральные зоны. Грисману дает спокойненько поднять голову и сделать нацеленную передачу. И Давид Сурутуса. А ворота Барселоны. Смотрим, был ли здесь офсайд. Здесь, видите, Элустонда просто быстрее. О, нет, конечно, никакого офсайда здесь не было и в помине. И как элегантно, мягко, аккуратно Сурутуса просто подставил ногу и отправил мяч мимо Вальдеса. А какие вопросы к Вальдесу могут быть? Он пошел на перехват, а ребята в синегранатовой форме просто смотрят кино.